11 молодых специалистов региона вступили в ряды государственных служащих. В преддверии Дня первого президента Республики Казахстан в торжественной обстановке они приняли присягу. На церемонии побывала Гульнара Кали. В зале молодые специалисты, впервые поступившие на государственную службу. Сегодня для каждого из них важный день. Знаменательно, что присягу они принимают в преддверии Дня первого президента Республики Казахстан. Имя Елбасы золотыми буквами вписано в новейшую историю Республики Казахстан. Реализация хорошо продуманных и грамотно выверенных планов и конкретных программ социально-экономического развития страны, осуществляемых под руководством Нурсултана Абишевича, уже принесли достойные плоды во благо Казахстана. Вступают в ряды государственных служащих Ясель Жуманбаева. В торжественной обстановке в числе 11 молодых специалистов она принимает присягу. Осознавая свою высокую ответственность перед народом Казахстана, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство страны, добросовестно и профессионально служить народу. Асель Жуманбаева устроилась ведущим специалистом документационного обеспечения Департамента уголовно-исполнительной системы Северо-Казахстанской области. Для нас это честь, что в преддверии такого праздника, Дня первого президента, предоставили нам такую возможность в торжественной обстановке принять государственную присягу. Мы очень рады, что живем в такой стране, которая дает нам возможность осуществлять свои мечты, воплощать их в реальность. Впервые поступившим на государственную службу молодым специалистам вручили памятные подарки. Это книги Макжана Жумабаева «Тухан Жер» и «Батыр Баян». В завершении госслужащие исполнили гимн. Гульнара Кали, Михаил Казначеев, новости МТРК.